Название деревни Богданиха, как рассказали нам ее жители, происходит от словосочетания «Богом данное». Действительно, в ночь на крещение она выглядела сказочно красивой и таинственной. Окунуться в проруби, в православный праздник Богоявления, сюда пришли люди со всей округи. Семья Забавновых из дальних Прудищ более 5 лет соблюдает и чтит православную традицию. По христианскому обычаю это мы расстаемся со старыми грехами, своими помыслами, очищаемся, омываемся и окунаемся и в новую жизнь. Инициативная группа мужчин деревни Богданиха каждый год готовит свой водоем к празднику крещения. И этот год не исключение. Как всегда, на проточном пруду они вырубили прорубь. Сложные куски льда в виде храма со свечами, иконой создали празднику особую торжественность. Наша фантазия, вот, ребят, как бы вот все делается, это каждый год. Подсветочка делается, все. Для женщин палатка делается теплая специально, ну, мужчинам на улице все это. Как бы, ну, стараемся для людей. Наравне с Пасхой и Рождеством крещение – один из значимых праздников в религиозной жизни христиан. Старинная русская традиция. За этим все пришли. В 0 часов вода будет освящена, и можно будет, можно и утром купаться. Но мы же хотим, чтобы пораньше это произошло. Проповедь послушать, батюшки. Сейчас будет нам вот молитву почитать. Ну, как же так без нее, без молитвы-то? По жизни она нужна, она нам помогает жить, детей растить. Настоятель казанского храма села Молково Дмитрий Березин перед освящением воды отслужил молебен. Так оглаголит Господь, да возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня и процветет, яко Крин, и да прозябнет, и вся возвеселятся. Затем, освятив воду, священник первым совершил омовение освященной водой. Радость большая в сердце, вот, тепло стало внезапно, вот, очень приятно на душе. Поздравляю всех православных христиан с праздником Крещения Господня. Христианский праздник Крещения дает возможность человеку приобщиться к божественной благодати Иисуса Спасителя и с верой, очистившись от грехов и сомнений, с чистой душой начать новую жизнь. Людмила Медведева и я, Дамя, Наталья Буслаева, Видное ТВ.